Идея создания в Анапе винной деревни возникла давно. Этот новый большой проект создается не на пустом месте. Уже несколько лет группа активистов работает на Кубани. Возделывают виноградники и делают гаражные вина. Землю 133 гектара взяли в аренду на 25 лет, разделили на участки. Члены кооператива будут подключены к электричеству и водоснабжению. В течение 3 лет каждый должен заложить виноградник. У каждого будет посажен виноград, то есть уже этой осенью мы вместе будем сажать виноград. И у каждого будет винодельня, фермерский дом, у каждого будет какое-то подворье и, естественно, погреб, где он будет выдерживать вино. Строить будут все в одном архитектурном стиле, так как главная цель проекта – создать объект турпоказа, от которого будет идти прибыль. Через 3-5 лет планируется развить предприятие по переработке винограда и продавать вино под единым брендом. В планах у руководителей запуск масштабного проекта, направленного на импортозамещение. Анапа всегда являлась виноградарским и винодельческим районом. И была законодательный мод в этом видом отрасли. В настоящее время у нас находится 3000, в Анапском районе находится 3000 гектар виноградников. И открытие вот этого комплекса первого винодельского кооператива, это, конечно, подспорье для Анапы и для всей винодельческой отрасли. В составе первого винодельческого кооператива не только анапчане, но и винодел из разных городов России. Новороссийска, Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Волгограда. Все те, кто давно занимаются гаражным виноделием. Любители и знатоки вина с удовольствием дегустировали представленные сорта. Концепция очень интересная. А то, что будут развивать наше виноделие, это здорово. Потому что все это французское, да, это как бы... Интересно, конечно, это столетиями, веками, да, но вот если мы начнем этим заниматься, это будет здорово. В скором времени руководители проекта получат градостроительный план и разрешение на строительство объекта туристического показа, а жители и гости Анапы смогут побывать в настоящей винной деревне, узнать историю создания этого напитка.